засыпаем дорогу. Зона заведет она. 9 мая 2017 год. Да, 9 мая 2017 год. Засыпаем дорогу, готовимся к дню деревни. День победы над дорогой. Камни летают. Никита работает. Брат Володя кидает. Там, конечно, зря они кидают. Надо под колею. Братья, там же под колею надо. Они рядом кидают. Надо же под колею кидать. Зачем туда кидать-то? Боремся с бездорожьем. Андрей, там же в колею надо кидать, а не рядом. Что, отъезжать? Да. А потом, если еще, можно там развернуться. Андрей, если останется, развернуться и обратно вот здесь остановиться и подсыпать. А вон штыковая. Вон штыковая, Володя. Церковный староста Андрей Устинов. За работой. Андрей, мне кажется, переезжать надо. Ну давай, переезжай, все, переезжай. Брат, лопата освободилась с электроприводом. Не-не-не-не-не, этот камень брюхом как раз цеплять. Его убрать надо будет, вон туда дальше кинуть. В колею его, в колею, ага. Во. Блокировку надо включать. Не-не-не-не, ему блокировку или передний мост надо включить. Ну, Володя, брат, ну ты вообще. Где ж ты раньше был? Останови, хорош, хорош, хорош. Хорош, далеко. Давай назад чуть-чуть. Подожди, братья, назад он. Ну ладно. Самый большой? Конечно, его надо бы расколотить, а? Братья, там трубу прокладывать, может расколотить его сначала? Ну, на земле колотить. Кидайте уже, потом будем выковыривать. А что сейчас? Брызги летят. Володя, Володя! Это поверх кирпичей надо кидать. Мелочь. Нет. Володя, убери его в сторону, его кувалдой расколотить надо. Слышь, стороночку убери, потом расколотим его. На, снимай, я пойду кувалду принесу. То, что те глыб, видишь, сколько надо. Ой-ой-ой. Вот. Никто уже не первую телегу сюда заваливаем. Каждый год
Ну, правда, надо много, конечно, сразу вот. Не получается, Игорь. Телега нужна. Сейчас только одну вот выводим, и все надо. Его надо просто, Андрей, заровнять, да и все, с кирпичами. И он нормально будет. Вот этот, который выступил. Поближе подойди. Ну, конечно. Тут такая вот лужа здоровенная. А канал еще, может быть, там вот через канал бы уходил, но там полный пруд от канала идет. И тоже оттуда из пруда может сюда идти вода. Так что канал не работает. Сказали, что есть труба в Корчино, у меня Игорь Глушков говорит, но некому привезти сюда ее. Все заняты, работаем с вами. Вот кирпичи накидали уже. Каждый год происходит это. Ну и то с ними. Вот так вот. Слава Богу, что все. Вот он, герой дня идет. А мне кажется, ту надо даже не раздалбливать, просто там навалить надо перед ней еще. Нет, вот обязательно раздолбать надо. Понес попытаться, знаешь? Это, Никита, ты кидаешь как раз это. Подожди. Вот здесь место не кидай, ты сейчас его тут прокапываешь, вода с этим. Можешь кинуть? Да, вот сюда вот, Андрей, в сторонку кинь его, расколем, а потом это. А, то вы его как раз сюда кидаете. Или вот сюда кидай на кирпичи. Хороший бетон, да? Ого, ничего себе. Очень опасно. Чтобы меня не прилетело.
О, голуби, начались. Летают. Красавцы. Ой, Россия. Ну вот так вот, слава Богу, все. Аллилуйя.